Сагдийской области подтвердили гибель подполковника и двух рядовых комп. В пресс-службе администрации Сагдийской области подтвердили информацию о гибели в ходе перестрелки на таджико-кыргызской границе троих военнослужащих комп Таджикистана. В результате перестрелки на таджико-кыргызской границе погибли трое военнослужащих комп Таджикистана, сообщил «Спутник Таджикистан» глава пресс-службы председателя Сагдийской области Музафар Юнусов. По словам Юнусова, в результате перестрелки погиб полковник комп Таджикистана и двое рядовых. В ходе конфликта погибли трое таджикских пограничников, среди них подполковник комп. На данный момент обстановка на границе спокойная, ситуация находится под контролем правительственных сил Таджикистана, заявил глава пресс-службы. Юнусов подтвердил также, что конфликт разгорелся из-за того, что кыргызская сторона построила КПП на приграничном участке. Напомним, накануне вечером на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия. Причиной разногласий стали строительные работы КПП на неописанном приграничном участке. В таджикском ведомстве заявили, что пограничники Кыргызстана прибегли к провокационным действиям и открыли огонь в сторону невооруженных граждан Кишлака-Бахар, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения. Со своей стороны, Госпогранслужба Кыргызстана утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный погранпост Сай в Лилекском районе Баткенской области. Во вторник послу Таджикистана в республике Алимзоде Сухроб Хадже первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Низалиев вручил ноту. В документе выражен решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск комп Таджикистана.